Добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует коллектив «Маримба Плюс». Мы начали с того, что барабанщик забыл палочки, наш Артём, вот он бежит, он их взял. Хотя, вы знаете, на этих инструментах можно играть без палочек, я думаю, знаете об этом, да? Можно играть руками, иногда даже ногами. Итак, мы начнем сегодняшний концерт по-другому, не так, как обычно. Вообще, каждый концерт мы пытаемся что-то придумать, поменять, аранжировать, сделать как-то не так, как в прошлый раз. И сегодня мы начнем с композиции, которая вообще появилась в жизни «Маримбы Плюс» не случайно и стала такой визитной карточкой нашего коллектива. Коллектив существует 17 лет, уже почти 18. В январе мы будем 5 января отмечать день рождения коллектива. Будет 18 лет нашему коллективу. Достаточно серьезный такой возраст, уверенный, в котором мне очень приятно, что мы идем вместе с моими друзьями, музыкантами, коллегами, друзьями очень большими. И я хочу сразу их представить. Итак, дамы и господа, один из участников коллектива, основатель коллектива «Маримба Плюс» Илья Дворецкий, флейта. Ничего бы не было абсолютно, если бы не поддержка меня. Итак, дальше. Наш дедушка Сергей Нанкин, кларнет, бас-эт, горн, вокал. На этом духовая секция не заканчивается. Михаил Зуев, саксофон, тенор, клавишный инструмент. Виталий Филонов, труба, флюгель, горн. Наша ритм-группа. Евгений Ярен, бас-гитара. И Артём Фетисов, барабаны. Прошу прощения, что не представил сразу. Сделал это осознанно, чтобы немножечко сделать акцент. Итак, Татьяна Шишкова, вокал, клавишный инструмент. Композитор, гармонист Лев Слепнев. Спасибо большое. Ну что ж, мы начнем с композиции, которая называется «Иерусалим». Thank you.
друзья, мы сейчас движемся с вами по программе, которая называется «Полет над миром». Мы путешествуем по разным странам, поем на разных языках. И следующая композиция посвящена Африке. Африку мы не можем просто обойти в нашем репертуаре. Но прежде всего потому, что инструмент маримба, может быть, не все знают, многие знают. Говорить об этом не стоит часто, но тем не менее, это имя африканской богини. И, собственно говоря, мы каждый раз отдаем дань Африке, потому что это родина этого замечательного инструмента, который называется маримба. Итак, композиция называется «Афробит». Thank you.
Повременим, и сейчас прозвучит композиция, которая исполнялась коллективом «Маримба Плюс» достаточно давно. У нашего коллектива записано уже 7 альбомов, и на третьей пластинке, которая называлась «Зебрана», записана та вещь, которую вы сейчас услышите. Это музыка из кинофильма «Миссия невыполнима». Естественно, в версии «Маримба Плюс». Итак, «Миссия невыполнима». Thank you.
Спасибо большое. Мы выполнили миссию, на мой взгляд. Мария Моглёс. Мне подсказывает мой коллега, прекрасный музыкант, Евгений Ярон, прям на ушко мне так шепчет слово фантазия. Я не могу отказать любимому бас-гитаристу коллектива. Невозможно сделать. Поэтому специально для Евгения Ярона композиция, которая называется «Испанская фантазия». Thank you.
Появилась она в поездке, на гастролях. Мы ездили с замечательным, удивительным, совершенно танцором, великолепным Адрианом Санчесом, это испанец, артистическое лицо Гранады, огромный, колоссальный опыт, многочисленные гастроли по всему миру. И нам очень приятно пригласить вас на наше выступление в колонну в зале, которое состоится 6 декабря, на совместный концерт вместе с этим просто выдающимся музыкантом, я говорю именно музыкантом, не только танцором, потому что то, что делает Адриан Санчес ногами, это вообще не поддается никакому описанию, это лучше прийти один раз и увидеть, и услышать. Итак, мы ехали в поезде в нашем трио. Татьяна Шишкова — вокал, Глеб Окунев — гитарист, я играл на кахоне, и Адриан Санчес, который танцевал. И вот был город за городом, и одна из поездок была в город очень далекий, который назывался Воркута. Воркута. Да, Воркута. Это было очень незабываемо, потому что двое суток ехать в поезде всегда очень весело, особенно музыкантам. И вот Адриан очень любовался пейзажами за окном поезда, потому что просто тотальная такая пустыня, снежная буря, и больше ничего не происходит. И так двое суток. Вот он удивлялся, как может поезд ехать двое суток, и при этом пейзаж совершенно не меняться за окном. И вот это вот состояние, когда мы играем фламенко, за окном зима, вьюга такая, все это дало почву мне как композитору, и появилась на свет композиция, которую я так и назвал, собственно, Night Train, ночной поезд. Thank you.
большое. Итак, следующая композиция называется «Why». Причем мы знаем, что слово «Why» по-английски имеет два значения – «зачем» и «почему». Нам не интересен вопрос «почему» абсолютно. Мы выбираем значение «зачем» и всегда спрашиваем «зачем?». Малинба плюс. Why? Thank you.
Дорогие друзья, мне очень приятно, что мы можем двигаться по разным пластинкам, а соответственно по разным годам истории нашего коллектива. И вот еще один альбом, еще один большой музыкальный проект, в котором принимал участие много музыкантов, очень разных. Их имена вы можете посмотреть на нашем сайте. Все пластинки выложены на нашем сайте marimbafruits.ru. Наши видео в огромном количестве выложены на YouTube, на нашем канале marimbafruits. Подписывайтесь, нам будет очень приятно видеть какие-то ваши комментарии, ваши отклики на то, что мы делаем. Итак, следующая композиция называется «Небесный слон». И мы не случайно ее хотим исполнить. Дело в том, что именно так назывался четвертый альбом marimbafruits. «Небесный слон». Thank you.
наш небесный слоник Сергей Нанкин, бассет Горн. Ну и давайте немножечко улыбнемся, немножечко вздохнем. У каждого в жизни это должно случиться. Может быть, у кого-то уже было, у кого-то это будет. Но, вы знаете, такие события обычно не забываются. И вот в одной из наших дружественных стран, которая очень к нам близко, которую мы очень любим, я говорю о Молдавии, там очень сильно и интересно празднуется это событие. Я говорю о свадьбе. И у меня есть друг потрясающий, наш общий друг, Марьян Калдарару. Он молдаванин, который играет на огромном количестве перкуссионных инструментов, причем сам их делает. У него просто невероятное количество этих инструментов. Он их делает, записывает, делает совершенно сумасшедшие вещи из кожи, он делает луки. В общем, ну, мастер на все руки. И мы как-то с ним разговаривали, общались, он рассказал мне, что же такое настоящая молдавская свадьба. Вы знаете, рассказывал он нам в течение ночи. Я не буду пересказывать, потому что это действительно просто потрясающе захватывающее действо, которое длится, начиная с примерно 2 часов дня и заканчивается в 2 часа дня следующего дня. И это все молдавская свадьба. Со своими просто удивительными вещами. Если кому-то интересна эта история, дамы и господа, я оставлю свои какие-то координаты. Мы можем переписываться в Фейсбуке. Я расскажу подробно. Итак, мы не хотели изобразить это в музыке. Называется композиция «На свадьбах Молдовы». Вы готовы, друзья? Замечательно. А так вообще, в принципе, лучше, конечно, эту историю Марио рассказать. Thank you.
Спасибо большое. Малима Блюз. Вы хотите еще или уже подустали? Устали, да? Метро? Нет? Все, рано? Ну что ж, мы тогда продолжим потихонечку. Вообще репертуар очень большой. Мы как-то с коллективом Малимба Блюз решили посчитать, если нас поставить на сцену, оставить, ну, и, так сказать, засечь время. Сколько Малимба Блюз может играть, если, так сказать, весь репертуар поднять, освежить, репетнуть. И у нас получилось порядка, ну, примерно, в общем, около 3 суток. Вы готовы, друзья? Хорошо, хорошо. Ну, мы отпустим вас пораньше. Ну что ж, следующая композиция называется «Мы ж подняли градус», поэтому давайте ее исполним. «Филадельфия Мамбо». Thank you.
compañero. Спасибо.
Спасибо вам огромное, друзья. С вами было потрясающе просто. Не забываем. Моим вопросом. Спасибо большое. Мы ждем вас на наших концертах. Дорогие друзья, Малина Крустая, тур у нас сайт. Следите за нами. Приходите 6 декабря в колонный зал, друзья мои. Билеты уже во всю программу. Мы ждем вас. Малинба, плюс! И наши альбомы, можно будет сейчас подойти, с большим удовольствием оставим, сделаем автограф-сессию специально для вас в память о сегодняшнем концерте. Итак, Малинба, плюс!